какого хрена? Эй, Вито, проснись и пой! Господи! О боже, Марта, не ори, а! Голова раскалывается! О, прости, Джои. И хватит называть меня Джои! Крыша поехала! Вито, спускайся! Господи боже... Это еще что за хрен? Голосок у парня или прям дятел Вуди? Помнишь, пацаненка жил напротив моего дома? Мне надо было грузовик забрать, так он меня подбросил. А что за грузовик? Он нам денежку принесет. Прыгай, по дороге объясню. Садись за руль. Куда? Риверсайд. Ладно, едем в Риверсайд. Одиночка, да? Ну да, можно сказать и так. Ты все еще злишься? Нет? Ну что ты, подумаешь, труп закопали. Прям мечтал. Вот выйду и... Да ладно, ты же оторвался с девками. Ну да, да. И за это спасибо. Но за то, что было потом, благодарить не стану. Ладно, ладно. Слушай, сегодня все будет куда лучше, обещаю. Очень на это надеюсь. Что за дела? Заезжаем в пару мест, распродаем сигареты, потом отгоняем грузовик обратно к Эдди и получаем свою долю. Раз, плюнуть. Постой-ка. Помнится, меня как-то раз за решетку упекли за такое вот раз, плюнуть. Не волнуйся, я уже этим занимался. Давай, время. Да он маньяк! Живых не берем! Поверь, ты мне спасибо скажешь. Ясно. Thank you.
что теперь? Теперь разбираемся с клиентами. Эти парни покупают у нас груз. Пошли со мной. Давай лезь наверх и подавай товар. Привет, блок красный. Вита, подай блок красный. Вита, проснись и кинь мне блок красных. Да, вот его. Есть. Эй, хорошо, что ты приехал. Курить нечего. У меня блок синий. Вита, один блок синих. Да, вот его. Какого черта? Ай, сержант, как дела? Как всегда, блок синий. Думаю, в этот раз мне белое. Слышал, Вита? Давай, блок белый. Супер! Спасибо, Джо. А теперь исчезни отсюда, понял? Ну все, поехали. Садись, Вита, дальше в Милвилл. Сегодня все отлично, мы серьезное бабло. Малыш Марти, он тоже на Эдди работает? Ага, спит и видит. Парню еще и 18 нет. Возит меня, выполняет мелкие поручения, что-то отвозит, фигня всякая. Он думает, он гангстер. Слишком много в кино торчит. Ну, если пацан решил брать пример с тебя, он плохо кончит. Вот как умник. Он мне тебя напоминает в том же возрасте. Именно. А я после встречи с тобой 2 года ловил пули в Европе, а потом 6 лет сидел. Вот про это я и говорю. В чем дело? Тебе кто-то с утра в кофе нассал. Ты что, забыл, как клево было? Ага, напоминай мне иногда, ладно?
видишь, я же говорил, все как по маслу. Ладно, ты почти загладил эту ночь. Почти. Да ладно, что может быть лучше? Свежий воздух, отличная компания, да еще и хорошие бабки. Совсем неплохо для того, кто только что из-за решетки вышел. Ладно, ладно. Слушай, если следующие несколько часов будут похожи на эти, я все прощу. Вот это наша вида. Так, мы почти что приехали. Блок синий, если можно. Давай блок синий. Отлично, давай. Чай. Привет, мне блок красный. Это блок красных. Живее, Вита, блок красных! Супер! Получай! Какого-нибудь ублюдка и проучим. Что продаешь, парень? Ты покупатель или глазеть пришел? Возможно. Мы толкаем сигареты, блок 2 бакса, целый ящик сотня. Как тебе такой вариант? Отдаешь 10 блоков, и тогда, может быть, вы с дружком целы останетесь. Эй, дружок! Давай ты залезешь в свою тачку со своей младшей группой, а я притворюсь, что я тебя не видел. Сойдет? Ха. Ты не врубаешься, да, жирный ублюдок? Это наше место. И за торговлю здесь надо платить. Так что плати. Нет, это ты не врубаешься. Ты хоть понимаешь, с кем связался? Последний раз повторяю. Вали отсюда и... С кем я говорю, ну-ка? С жирным итальяшкой, который толкает по мелочи краденое курево на моей улице. Так что прикрывай лавочку, козел. Все ясно, парни? Будет распродажа. Черт, черт. Вот. Ну что теперь скажешь? Что я скажу? Вот что я скажу. Давай в машину и валим отсюда. Ладно, давай отловим какого-нибудь ублюдка и проучим. Нажми, Вита, он уходит! Я сейчас пол продавлю, Джо. Быстрее не будет. Вот черт! И что теперь? Нужно обсудить с Эдди. Ищи ближайшую будку и позвони ему. Thank you.
Эдди, это Витер. Слушай, у нас тут проблема. Мы толкали курево, а потом внезапно появились эти реалинчики и подожгли грузовик. Ты что, издеваешься? Кучку сопливых мальчишек не уделали? Какого вообще хрена? Эдди, послушай, Эдди, слушай, мы не виноваты, ясно? Они подожгли грузовик, мы не успели понять, что происходит, а все уже сгорело к чертовой матери. Ладно, мы подстрелили одного, но... Какая мне нахрен разница? Деньги мне мои верните. Я два куска за грузовик отдал и хочу их назад. Ваше счастье, тормоза, что со мной тут Стив. Человек Дерека. И мы как раз решаем, что делать с этой шварью. Разберемся с ними сейчас же. Стив будет ждать бешеной лошади. Знаешь, где это? Так, бешеная лошадь. Я даже помню, где это. Стив приведет с собой пару ребят. Пусть поймут, что с нами связываются себе дороже. Только без стрельбы, чтоб канала под уличные разборки. Я не хочу завтра читать в газетах про мафиозный беспредел. Да, конечно, Эдди. Не волнуйся. Мы разберемся. Итак, встречаемся со Стивом у входа в бешеную лошадь. Хорошая новость. Он нам поможет. Плохая новость. Эдди требует свои деньги. Все две штуки. Черт, ты же не думаешь, что из этих высыпятся два косаря? Я не знаю. Посмотрим, что задумал Стив. Знаешь ли, он вряд ли нам по доброте душевной помогает. Пошли. Эдди рвал и метал в трубку. А то, а я-то какой сейчас бешеный. Даже если у уродов ни гроша нет, я из них органов на два куска вытрясу. Я за. Но что это вдруг Стив работает на Эдди? Он человек Дерека, Дерек в команде Винчи. Я тебе что, доктор? Ну ты это, ты же будешь брать работу у Дерека, да? Несмотря на то, что пашешь на Эдди. Мы все перебиваемся всем, что мимо пробегает. Эй, Стив. Привет. Марти, ты что тут делаешь? Эй, Джо, я сегодня с вами пойду. Стиву нужна была помощь, и он меня взял. Стив, это не... Пацану пора учиться. Ладно, Стив, что мы тут делаем, а? Те ребятки, которых мы ищем в Литейной. Они там обычно ошиваются, так что начнем отсюда, а потом сходим в Литейную, закончим. И почему ты решил нам помочь? Эти уроды разбили машину моего брата, ограбили и выбили три зуба. Да уж, ублюдки поганые, от них по всему городу одни неприятности. Цыц, вот... пацан, сейчас я говорю. Так что, как сказано в Библии, око за око, зуб за зуб. Ну, с этой дыры и начнем. Так что за план? Сначала разнесем тут все к черту. И как мы это сделаем? Вот так. Вперед, ребятки. Эй, пошли, парни, а? Ты нам либо помогаешь, либо не мешаешь. Проучим уродов как следует, а? Это что такое было? Подарочек. Вито, Марти, у меня в багажнике пара коктейлей Молотова. Берите и швыряйте внутрь. Ха, с удовольствием, Стив. Теперь пошли в Литейную. Забирайтесь. Встретимся у главных ворот. До встречи.
Как вы сюда попали? Шли по дороге, блин, из желтого кирпича. Следующий. Ха, отлично. Вам крышка, уроды. Джо, берегись! Спасибо, брат. Черт, у них пушки. Они попали. Я захожу. Попробуй его войти. Эй, Джо, с вами мои, не говори. Кто-то попал. Эй, в порядке? Ничего, слегка. Хочешь ко мне? Пошли, черт! Я прикрою, Витя, вперед! Мне хоть что-нибудь оставишь, придурок? Пошел, я прикрою! Ладно, Вита, поехали. Вита, погнали! Ты в порядке? Меня зацепило! Попал, блин, дура! Но не страшно. Тебя в армии так научили? Ты труп! О, еще один отдал концы! Еще разок! И ему кранты! На мушку не взять! Ладно, Вита, пошел, пошел! Я вернулся! Прикрой меня! Прикрой! Пошел, пошел! Быстрее, быстрее! Вали его! Давай, придумай что-то, быстрей! Прикрой меня! А, молодец! Увидимся в аду, чмо! Прикрой меня, Вита! Вот он, мне поручил! Попал! Стив Круг. Теперь ему крышка! Эй, придурок, не смей дохнуть, пока бой не кончился! Порядок, все будет хорошо. Прикрою, иди! Все, шабаш! Вита!
ну ты, труп! Ты труп, козёл! Этот урод меня ранил! Давай, давай, я прикрою! Ты труп! Давай, придумай что-то, быстрей! Я вас вообще никого не боюсь! Все, урод! Боженька тебя ждет! Я прикрою! Что-нибудь ставишь, придурок? Прикрой меня! Я захожу! Я прикрою, Витер, вперед! Все, напал! Эй, ты в порядке? Ай. Я вас не боюсь! Его, какие его сзади! Ну как тебе, урод? Я попробую его обойти. Увидимся в аду, чмо! Я прикрываю! Я вернулся! Вита, поставь! Бум! Будь начеку, Вита! Прикрой меня! Я тебя найду, чертов ублюдок! Ну же, урод! Тебе его сюда! Будет трупа! Олов, лучше не зли меня! Вон там! Ты на кого наехал, а? Греби, гребаный гребень! Ха-ха-ха! Он попал! Все, ты стрелять вообще не умеешь! Пошел!
Давай, придумай что-то, быстрее! Молодец! Ты друг, козёл! Прикрой меня! Я прикрою! Пошел, пошел! Я тебя не боюсь! Эй, контакт! Дрожишь от страха, а? Прикрой меня, так весь день могу! Ладно, Вита, поехали. У тебя нет шансов, тварь! Хо-хо, это все, что ты можешь! Я крут! Пошел, пошел, я прикрою! Прощайся с жизнью! Получай, подстилка! Есть как мужик! Ты в порядке? Скажи что-нибудь! Этот урод меня ранил! Пошли, быстрее, вали его! Погнали! Прикрой меня! Сюда! Мне нужна помощь! Жри свинья! Обходи его сзади! Я попробую его обойти! Слушай, все это как-то совсем уже... Эдди не обрадуется. А что ему станется? Мы что, должны были стоять и ждать, пока нас расстреляют, а теперь эти уроды уже никому не помешают? Что теперь, Стив? Пойду домой, напьюсь касторки и прочищусь. Недели две продуть не могу. Ну, я пошел. На здоровье. У нас с Джо еще дел по горло. До встречи. Как думаешь, сколько потянет вот такая тачка? Вита, черт, да ты гений! Эти тачки не дешевые, верно? Да Дерек нам как минимум штуку за каждую отвалит. Ладно, тогда я отгоню эту красотку Дереку. Встретимся в Соколе. Задан. Увидимся в баре.
вот. Я имею в виду в мире их. Извините. И? Вот деньги. Ну, слава тебе, Господи. Вот же тупые наркоманы. Они нас надолго запомнят. Молодцы, ребята. Вот ваша доля. Спасибо, Эдди. Мы сегодня тебе еще нужны или уже все? Есть у меня одно дело. Нет, на сегодня все. Если что, я вам позвоню.